Всем привет! Вы на канале Whisky Time. И сейчас мы попробуем уиски Даблинер. Это такой ирландский виски в такой симпатичной, приятной бутылке. Бутылочка стоит в магазине где-то 2000 рублей, ну, может быть, 1500-1600 можно найти. Красиво оформленная, приятная бутылка. Сзади на стекле надпись «Даблинер». Давайте ее откроем, чтобы не затягивать. Не совсем удобно, но вполне можно. Не сразу она поддается. Пробковая крышка. Мне его порекомендовали как очень хорошую альтернативу Джеймисону. Сейчас мы в этом убедимся или разубедимся. Джеймисон мне не очень нравится, но вот Килбиган очень хорошо зашел в свое время. Так, что у нас на запах? Такой приятный, мягкий аромат. Немножко щипит спиртик. По цвету так разбавленная светлая солома какая-то. Да, какие-то специи в аромате ощущаются. Забыл упомянуть, что выдерживается он в бочках из-под бурбона в течение 3 лет. Потихоньку раскрывается, видимо. Больше чувствуется каких-то сладких ноток и пряных, немножко специй. Попробуем. Жжёная карамель на первый план выступила, то, что я почувствовал. Дальше мед и пряности какие-то, перчик. Такой накатывающая волна такого согревания и пряности. И карамелька. Жжёная карамель, немножко меда. Ну-ка, еще разок. Ну да, такой сладкий. Молодой, резкий, наверное, и жгучий. Ну, все как-то в меру. Довольно в меру. Здесь финиш такой жгучий, согревающий, уходящий внутрь, если можно так выразиться. Ну да, какая-то вот ассоциация с резкостью и с молодостью. Мягкий, обволакивающий. Немножко терпковатый. Очень приятный. Мне нравится. Наверное, да. Я соглашусь, что по мне так это лучше, чем Джеймисон. По цене не знаю, но если сравнить, то да. Даблинер определенно лично мне будет поинтереснее. А что вы скажете, я надеюсь увидеть в комментариях. Ну что, за вас. Пейте хорошие ирландские виски и будьте здоровы.